Ну, конечно, не хотелось нам сегодня проигрывать, хотелось закончить год. Мы в большом долгу в этом году перед нашими болельщиками. Хотелось реабилитироваться из-за Батэ, что ужасно провели игру. Вот. Но сегодня не все получилось. Ну, есть ряд причин, но хотел бы тоже всех поздравить с окончанием чемпионата. Сложен был чемпионат. Вот. Что заняли 4-е место. Продолжаем играть в Еврокубках. Ой, не в Еврокубках, в Кубке Беларуси. Вот. Нужно много пересматривать. Если в том году, когда закончился год, можно было сказать, что и команда была сформирована, как бы там. Можно было с оптимизмом смотреть вперед, то сейчас, конечно, оптимизма меньше, вот. Но уже ниже падать некуда. Уважаемые коллеги, ваши вопросы. Владимир. Владимир Тюльников, «Комсомольская правда», Беларусь. Два матча подряд, три пропущенных мяча. В чем дело, вроде раньше защита была сильная сторона «Динамо». Люди не выполняют требования. Если у меня на двух центральных защитников уже, наверное, 8 на каждого по 8 голевых ошибок. По 8 на каждого, сколько? 16. В 17 году мы пропустили сколько? 14. Вот вам ответ. Мы перестали играть после Солигорска. После Шахтера Солигорска мы перестали играть. Для нас чемпионат закончился, для многих ребят. С чем связано? Мне сложно ответить. Почему люди не выполняют установку? До этого выполняли, потом перестали. Поэтому я и говорю, что мы достигли, я считаю, это я люблю другие команды, я люблю других футболистов. У меня нет объяснений. Но сегодня приходится играть с тем, кто есть. Следующий вопрос. Сергей. Микрофон, пожалуйста. Сергей Витальевич, много слухов насчет вашего будущего. Можете что-то сказать по поводу следующего сезона «Динамо»? Я могу сказать, что у меня действующий контракт еще на год. Задачу тренерский штаб перед клубом выполнил. Была задача это занять 4-е место, ну, быть в четверке. И задача была дальнейшее продолжение игры в Кубке Беларуси. Мы эти задачи выполнили. То, что происходило в этом году, у меня тоже много есть претензий. Эти вопросы лучше, наверное, задать руководству клуба, а не мне задавать. Следующий вопрос. Все вопросы больше нету. Всем спасибо за сезон. До свидания. Спасибо.